Всем здорово, продолжаю сразу же. Рафт, шмафт, бафт, кафт. В общем, мы на острове. Мы выбрались из подводных вот этих вот всяких штук. При этом я, по-моему, там в какое-то помещение так и не попал. Или попал, я так и не понял. Но, в общем, суть в том, что мы открыли проходы в город. И сейчас будем изучать сам город. Одного робота мы уже отмудохали и получили за счет этого ключ-карту. Вот она у нас. Помимо этого, нам еще дали какие-то другие штуки. Я не понимаю, для чего они с нами давно. Но ягоды, чтобы медведя отвлечь. Диктофон старый тут тоже. Механическая деталь тоже непонятно, откуда это все. Но главное, что мы живы и готовы к приключениям. Полны, так сказать, энтузиазма. Дай мне это. Ага, спасибо. Так, и, блин, одно последнее ведро, чисто попить. Так вот, где картошка, я думал, где картошка? Ну, которая для посевов, вот тут вот. Вот она, 20 я переложил. Так, все, в принципе, погнали, мы готовы. Хавчик есть, вода есть. Для топора ингредиенты есть, ласты, и это, на всякий случай, фонарик тоже все. Шляпу я с собой ношу всегда, непонятно зачем. Я подумал, это зашитый. Думаю, вроде солидно такое место. Как неприятно зашито. Так, у меня хватает на копье, если что? А то я что-то разложился там. Да, хватает, но не так много, как хотелось бы, конечно. Давай здесь поднимемся. Тут прям просит, чтобы мы поднялись. Так, ну, внутри дома не изучается, я так понимаю. Гидранты, все вот эти вот штуки. Вот зачем мне их бить, вопрос? Во-первых, они трудные. Ну, давай попробую, ладно. Ага. 1x ключ карта Таганро. Подожди. Т. 2. То есть они все-таки открывают проход куда-то конкретно. Одна тратится сразу. Да, тратится. Понял. Понял, значит, роботиков надо мочить. Давай это здание обследовать. Так, это лифт. Это не знаю что. Это лестница закрытая почему-то. Почему нулевой, а не первый? Почему только на восьмой этаж можно? Ля, приятно, города целые. Нормально так. Чё это было? Показалось. Ничего у вас тут. Оформлено все. Ух, кухня какая. Че, пожевать есть? Это от голода так-то умирали. Стрела каменная, серьезно? Картошка. Часы идут? Нет, не идут. Часы остановились навсегда для Таганроа. Я просто так для красоты здесь или что? Можно мне что-то подкидывать? Это пластик, кроме пластика. Так, зиплан. Это для зиплана определенно, только... Откуда? Неужто отсюда? Не, ну это явно как бы наверх. Это явно как бы наверх. Вот и откуда. Вот и откуда зиплан. Правда, еще вот... Ну, туда уже потом. Хорошо. Возможно, ключ-карта, кстати, нужна, чтобы вот... Не такими путями как-то... я допрыгну? А я допрыгну, я спрашиваю? Или мне надо просто зайти в него снизу? Ладно, слишком похоже, что можно прыгнуть. Подожди. Хорошо, да. Хорошо. Просто высоковато, фиг поймешь.
А, так отсюда и нету никаких спусков, да? Подожди. Вот тут я как бы сюда допрыгнул. Подъема сюда никого другого нет, спуска. Не зря обкрутился, видишь? А ты говоришь, да залазь уже, залазь уже. Вот сейчас залезу. Поехали. Серьезно, вы так в меня верите? Это серьезно? Блядь! Блядь! Там еще один. Бля, отвали! Дайте жижки восстановить-то. А, все, он отстает. Ну там ключ карты сейчас будет. Блин, ну это я не понял. Это мне надо с одного спрыгнуть, на второй запрыгнуть. Серьезно, я че вам? Человек-паук? Я надеюсь, я туда по земле просто пройду, да и все. Я лучше убью этих роботов, чем вот это вот все. А дай ключ карту. И надеюсь, что они тут ограниченное количество, как раз под уровень этих дверей. Во-первых, будет понятно, сколько здесь еще входов. Если это так. Так, он меня с одного отмудохает, интересно. Это ты шумишь? Вы чё? А в смысле? Подожди, я у них ключ-карту забрал, но они продолжают? А на кой хрен? На кой хрен ты их до конца не добиваешь, дебил? Почему без ключ-карты они играют? Живут, то есть. Это чё? Я не понимаю, откуда это. Отсюда? Так, тут деревья рубить можно. Ладно, я пошел. А, нет. Это чисто спрятаться от роботика, да? Надоедливого. У этого ключ-карта в башке есть? По-моему, нету. Ай, нос чешется. А, во. Так, на восьмой. 11-й, 13-й, хорошо. Просто мало ли то же самое. Было бы неприятно. Ну, кстати, с копьем, наверное, можно будет полегче их ударять, но это очень долго, скорее всего, будет. Так, клейковую ленту нашел, кстати. А это значит, мне потом вниз надо будет. Так, арбуз, ладно, потом. Да, жажда будет небольшая. Хотя бы. Показалось, что-то лежало на полу. Блин, пустая комната, пустые комнаты напрягают. Опа. Блять, серьезно? Подожди. Серьезно? Что надо? Железо и болт. Ух ты, тварь. Бля, я забыл, что для такого может понадобиться. Блин, возвращаться из-за этого? Ну, та комната по-любому нужна. Ну, Ешка же была, не на дверь же. Или на дверь.
Я думал, тут это как его. Лента где-то. Блин, ну как так? Да разрежь ты чем-то другим. Ты что, инвалид? Что, закрывать ее можно? Смысл? Ничего закрывать нельзя, чтоб это... Чтоб я знал, что я тут был. Хотя вот дверь к этой скотче... Скотчевой двери. Проход. Блин, да что там? Топор, может, кстати. А где он вообще? Ну, блин, очевидно, что нет, конечно, но тут... так надеялся на это. Тринадцатый этаж запомнил? Ой, одиннадцатый этаж. Еще одна, да, спасибо, ебать. Не, все, я пошел на плот. Я не хочу на потом это оставлять. Я не хочу потом этим всем заниматься, опять непонятно, что искать. Я хочу конкретно, вот сейчас, по крайней мере, то, что можно сразу сделать, должно сразу делаться. Потому что потом мне опять сюда возвращаться, после того, как я там все проброжу туда-сюда. Я не понимаю, в какой конкретно момент мне нужно брать нужные мне вещи, понимаешь? Можно в машинку? Нельзя. Да иди нахер от меня. У тебя ключ-карты даже нету, да? Ну нету, отвали. Так, еще нет. Для начала мне надо это. Плот мой найти. Роботы, по сути, это слабаки, потому что не догоняют. Это очень хорошо. Но их дофига, это не очень хорошо. А у них ключ-карта выплевывается или чё? А, походу, у них вечная, да? Но при этом мне никак их не убить полностью. Это реально печально. Так, раз она открытая, значит, мой плот где-то справа, потому что... А, не, я круговую, походу, дал, да? Я, походу, по кругу все открыл. Или нет? Если нет, то я правильно рассуждал, а если да, то неправильно. Но вот это место вроде как, да, мой плот тут. Хорошо, мне нужно эту... мачету. Ну и раз уж я тут, наверное, воды пополню. А, у меня почти... почти все фул, то есть мне ничего не надо. Мне только убрать лишнее, типа там... шарниры всякие, слизь, стекло, и сделать себе мачету. Мачета! Спасибо. Все. Пошел обратно в домик тот. Еще по пути, может, что-нибудь будет. Такое же. Блин, я воду зря выпил. Я хотел похавать. Вот так вот. Копье для драк, мачете для разрезания. Подожди, по-моему, я туда заходил, да, в тот дом? Не помню. Фига не... А двери открытые остаются, нет? А, он на восьмом, все, да. Зря вызвал, кстати, его. Еще раз можешь попробовать спуститься, пойду еще раз попробую спуститься. Подожди, а чтоб открыть? Ключ-карта не нужна будет, хорошо.
Let me help you. Он говорит, позвольте мне помочь вам. Так. Здесь закрытых дверей точно не было. Замотанных где-нибудь. Опа. Вот, видишь, профукал что-то. Изолента тут лежит, смотри. Опа, видишь. Так. А чё? Жетон для торгового автомата. Так, где-то колу сейчас какую-нибудь купим. Что-то больше ничего нету. Опа, видал, все-таки есть. А как я профукал-то вначале, ничего не пойму. Я точно был? Так, мачете. Чисто для этого мачете будет у нас. Ого. Титановая руда. Вот это спасибо. Подгон, что надо. Опа, и клей-клиенты уже три. Подожди, так здесь еще где-то, значит, надо будет она. Ее надо будет. Потому что слишком быстро нашли, по-моему. Еще автомат. Так, хорошо, приятно. Хорошо, приятно. Классно. Не понял. 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 Кто не понял, тот поймет. Как говорится. Сейчас, короче, спрыгиваем, как профессионалы, и... Ну я же нажал трижды. Надо было четырежды, что ли? Блин, ну если туда других способов подняться нет, надо пробовать. Пока не это. Не похудеешь. Или есть другой способ для неудачников? Есть что-нибудь? Не, я не могу так просто оставить это место. Надо туда подняться. Не-не, отвали. Блин, хочу туда, не знаю. Где то здание, ага. Я пошел туда опять. Тут вход. Здорово. Да херачу. Если бы он сюда заехал, это был бы вообще жесткий чел. Убийство просто. Уничтожение. Но они чисто улицы патрулируют. Блин, ну я не знаю, это трудно поймать. Зиплан, реально трудно. Как мне так сделать? Когда я в упор туда встал, в принципе, и отжал, меня довольно-таки вперед вынесло. Блин, тут же еще прыгать постоянно. Вот смотри, типа я вот так вот прыгаю там. Опа. И ловлюсь, да? Да, блядь. О, жизни потерял, кстати, на этот раз. Ну, блин, ладно, пока не буду. Я не знаю, что там, надо было посмотреть, кстати, в бинокль. Ломимся во все двери подряд. Это другое место, да? А, это... Я вернулся уже? Ладно, тогда еще раз давай. Подожди, как я так быстро? Ладно, пофиг. Пофиг, это знак. Пробуем. На самом деле, как-то это тупо сделано, потому что я не понимаю, как нормально перелететь. Слишком малое количество времени эта буква Е горит. Горит, если вообще горит. Сейчас ее вообще не появлялось. Хоба. Оп! Да я же нажал! Ёп, блин, а! Короче, суть в том, во-первых, можно вот тут быстро залезть, а во-вторых, надо быстро тыркать, наверное, много раз. А я просто нажимаю, понимаешь? Последний раз пробую, если нет, то иду дальше исследовать. Если да, то все равно иду дальше исследовать.
Вот так вот надо тыркать прям. Ты чё, я Q не нажимал. Вроде бы. Я дверь закрыл? Ага, видишь, дотыркался. Так. Ага, сюда. Давай, 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 беги, 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 forest, forest. Ага. О! Ничего себе. Профессионалити. Видал? Так, что тут? Ради чего? Где? А где титановая руда? Ты чё, мудак? Я сюда столько мучился забираться, ты мне титановую руду даже не дашь? Серьезно? Я не рано спрыгнул, кстати, может там что-то было? Чё это? Да не хочу. Так, короче говоря. Вот так вот спускаемся вниз, 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 походу. Вот, титановая руда. Все, теперь я не зря сюда. Даже за одной рудой я считаю, что не зря. А еще тут проход. А, не, не проход. Ну ладно. Но там еще были балконы, кстати говоря. Вот там вот, например, да? Угу. Бесполезные. А наверху что? Тоже нифига нет. Все, я понял. Ну, нормально. Пойдет. Хотя бруду взяли. Я, правда, заблутал в этом городе, вообще ничего не понимаю. Четвертый дом. Можем, по сути, запоминать. Четвертый дом. Мы были в каком? Вот кто поймет, а? Кто запомнил? Кто видел? О, второй дом. А где первый? С первого можно было начать. Мой плот отсюда видно, нет? Так, 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 так. Во-первых, здесь везде подъемы куда-то. Вот, например, на этот балкон. Если я на нее запрыгну, то что? То я не запрыгну, я понял. Привет. Не понял, я тут был? Восьмой? Так я дверь только что открыл. Не, это другой восьмой. Неправда. И я ключ-карту, по-моему, потерял. Сколько у меня их? Две. Да по-любому потерял. Три было. Я думаю. Там не может быть закрыто, я не закрывал. Тем более на красную. Да, вот двери все закрыты. Так, открываем, открываем. Идем вначале в правую. А-а-а, сучара. Сори, я сам зассал. Так, я понял. А, такая живучая вообще. С деревянным копьем вообще против кого-то можно сейчас сражаться, нет? Это что же оружие вообще-то? Бля, вот же он додик, везде своих крыс-мутантов. Если они здесь, значит он был тут. Он приходил сюда, он все это портил. Он, наверное, направился за этим мальчиком потом. Да? Или эта зараза как-то перешла? Так, я видел дверь, если что, не паникуй. Монетка. Блин, не знаю. Так, мачете давай возьмем. Где она была? Спасибо за изоленту еще одну. Не знаю, зачем эта изолента нужна, кроме как в подвале. Но, видимо, она там будет очень важна. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Хм. Это намек? Типа прыгать? Туда? Так, ну я, по-моему, дом еще не до конца обследовал, да? Да.
Так. А, бля, серьезно? Подожди. Чё? А, с этой стороны, без разницы, типа. Так. В другую сторону мы не прошли все. Вроде как. Вот. Фигня. Опа. Надеюсь, что в этом автомате что-то полезное будет. Ага. Лутаем домик и чё? Чё еще делать? Что еще делать? Расследуем. Опа-на. А до туда я допрыгну? Блин, выглядит сомнительно. Там дверь, по-моему, открывается. Просто если я прыгну, я еще ударюсь головой вверх во время прыжка. О! Бля, ну так я не хотел совсем уже. Так-то допрыгиваю. Так, мы куда-то попали, я не понял куда и как так нам повезло. Но, возможно, я не потратил ключ-карту даже. Судя по тому, в какой дом я попал. С открывающимися везде дверями. Блин, ты изолента, капец. То есть, основное, зачем я здесь, в этих домах сейчас, это изолента, я правильно понимаю? Изолента и вот эти монетки. Бля, ебать. Не поймешь вообще. Ну еще, конечно, руда. Неплохой доп, так сказать. Прям офигительный. Но основное, как бы, задумка игры — это изолента. Давай-ка позовем лифт. Возможно, выйдем через низ. Точнее, не через низ, скорее всего, изначально. Так-то мы поднимемся сейчас. Потому что тут наверху должен быть этаж. О, спасибо. Титановая руда, вот это я понимаю. Не зря сейф стоит. Для титановой руды, представляешь? Вот у тебя дома есть сейф? Положи в него титановую руду. Мы на шестом? Классно, сейчас на восьмой поднимемся. Вот на восьмой я и хотел прыгнуть, но попал на шестой. И по счастливому стечению обстоятельств оказался на этаже, который здесь есть на самом деле. Великолепно, не правда ли? Что там есть под кроватью, или мне кажется? Ножка. Так. Ну все. В спальне все. Пошли дальше. Так, балкон, понятно. Ладно, посмотрим. Вообще там еще прыгать где-то надо было. Блин, что нихуя. Медь нафиг. А, шарнир берем. А потом. Две стрелы каменных выкидываем. А потом редиска хаваем. Попить еще надо. Ну вот это туда прям напрашивается, нет? Но при этом там же не открывается дверь. Ну не открывается же по-любому внизу дверь. Это вот если только до туда допрыгнуть. Типа два восьмых этажа, да, я там только что был. Восьмой этаж там есть действительно. Но кроме восьмого там ничего нету. Омлет с грибами. Надо бы захавать его, кстати, чё нам его держать? Так. Теперь в эту сторону, да? А, еще и там. Чё, есть изолента? Нету. Туалетка только. Знаешь, когда туалетная закончилась, изоленты потеряются. Походу так. Иначе не знаю, зачем еще в туалете. Металлическое копье, серьезно, спасибо, конечно, но что-то, блин. Не, ну прикольно на самом деле. Не помешает. Еще бы мачете в свое время бы дали. Когда я за ним пошел.
на плот. Так, а собственно что? Все? О, спасибо. Спасибо, в принципе. Ну как-то дерьмово, хлам и все. А, ну вот, вижу, еще путь, да, открыл мне. Так, вопросы, если я туда пойду, там есть что-то еще? Ага, бесполезные ресы. О, и вход, куда? Тут я не был, кстати, интересно. Это как так? Еще изолента. Изолента, наверное, здесь просто больше, чем надо, я думаю. Возможно, она конкретно для чего-то нужна. Для большого количества попыток чего-то. Там босса какого-то мочить. Может такое быть? Какой-то этаж. А, бляха! Вы меня пугаете-то, а? Я вообще забываю про то, что здесь монстры в этой игре какие-то есть. Знаешь, игра она слишком такая расслаблена. Ты в городе вроде уже. И вдруг на тебе откуда-то не возьмись. Еще знаешь, боковым зрением где-то ее ловишь. Точнее, ее ловишь, как бы, да, именно прям вот увидишь. Но внимания этому не придаешь. А потом она тебя хватит. И все, придаешь внимание сразу. Внезапное. Не понял, что за шарниры? Где руда? Не, ну прикольно тоже, но... Титановая руда где? Че тут? А тут? А тут? Так, металлическая стрела, кокос. Кокос, дай съем. Где? Ага. Копье на четверочку, пожалуйста. Не, копье вовремя так-то. Копье прикольно. Так, я там где-то, по-моему, двери оставлял. Нет, нет, не оставлял. Все, здесь я смотрел. Тут нет ничего. Тут ничего. Тут ничего. Все, пошли туда. Так, отсюда никуда. Отсюда никуда. Значит, идем обратно прыгать в окно. Вот туда надо, да, перепрыгнуть теперь. Ух. Не, да ну. Серьезно. И как я должен был это предвидеть? А. Спасибо. Спасибо. Так, а где дальше куда? Не говори, что отсюда никуда нельзя. Это я не поверю. Где вот эти вот провода? Опа. Серьезно, так заныкали? Подожди, что там? Рецепт суши мне не нужен. А, все остальное подобралось вроде. Каменная стрела выкинь нафиг. Или что внизу валяется? Так, подобрал мне нужное вроде как. То есть здесь, по сути, за сундуком, да, наверное. О, можно вот туда вот. Непонятно зачем только. И этот город огромный, я не понимаю зачем, что происходит. Я знаю, что изолента нужна в подвале. То есть мне в итоге в подвал возвращаться? Там же потоп. Я не хочу в потоп возвращаться. Не, ну серьезно. Не понял. Я же здесь и забирался. Или это другое место? Чё, блядь? Ну. Так. Не, нет тут спусков никаких больше. Разве что можно разбежаться, прыгнуть. А, не, бред. Ладно, вот сюда тогда прыгаем куда-нибудь.
Блин, надо было в эту комнату, ну ладно. Кто ж знал? Почему не в машинку эту сесть, покататься? Я, честно говоря, вообще хз. Пятый дом я обчищал. Это какой дом вот этот тут? Фиг поймешь. 8, но это же не дом вот это. Блин, вообще прикольное место, да, выглядит все так классно. Прям хочется побывать там. Смотри, раз он на 8 этаже был, это значит, я там был, правильно? Сейчас я поднимусь, проверю, открыты ли там двери. Если открыты, я просто, ну, выпрыгну в окно там куда-нибудь. И 6 и 8. Ну да, это те два, где 2 этажа были, да? А, еще мне надо попасть туда, где 11 и 13, чтобы разрубить там двери. Как минимум. Да, я тут был. Все, сейчас просто в окно какое-нибудь идем. Подожди, на 8, возможно. Это же 8. Я вот не знаю, где-то было, что мне надо в окно было выпрыгнуть, но я так и не сделал этого. Не, не тут. Там было двойное такое. Двойной прыжок был. Справа и слева в окна в одном здании. В одной квартире, то есть. Ладно, можно тут прокатиться. Так. А дальше куда-нибудь прыгнуть? Не. Высоковато, думаю, опасно. Тем же путем вот так вот. Так. А смысл не тем же, вот так вот как-нибудь. А, так, здесь закрыто. Я хз, куда мне еще идти? Но я снизу двери открыл, все, здесь я был. Снизу двери открыты, все, значит, в доме мне делать нечего. Зачем я вообще, в принципе, там, я хз. У меня по заданиям что-то есть вообще? Я собираю за ленту и монетки. Привет. Тут я тоже был, да, получается? Да, был. Ты чё? Прекрати. Я ж только вышел. Ты как меня встречаешь? Вот здесь, по-моему, мой плот где-то. Не понял. Нет? Следующий, значит. Так, давай-ка в центре города как-то ближе прогуляемся. Ты этот магазинчик, я в нем был? Это он, да? На него я спрыгнул. Все, на него я спрыгнул, мы его помним. Дальше. Вот это что за место? Какое презентабельное. Ага, понял, с другой стороны. А, так. Это что? Что это? Это что? Это... Подожди, сколько у меня? 9? У меня 9. Бля, ну это рамки какие-то. Стрёмные на самом деле. Ну вообще стрёмные же. Еще и место в инвентаре сейчас занимать будут. Ну-ка, вот сейчас нажму. Картина с Таганрога. Подожди, оно обновилось или нет? Зеленая фигня такая. А, вот она тут. Типа одна картина с Таганрога. Не такое, блин. Не знаю. Вот это оденем, чтобы место освободить. А тут растения или просто декор? Если декор тоже как вариант, но... Ой-ё, подожди, бутылка воды, хавчик, ну так тут поинтереснее. А бутылка уже с водой? Смотри-ка, вот это что за магнитола? Пианино, ебать. Оно прям играет? Не, ну вот это выглядит солидненько, это уже прикольно. Даже несмотря на то, что если это декор, вот пианино прям я бы взял, слушай. Оно прям дорогое еще такое. Вот это вот расходник чисто. Вот пианино. А вот пиани... Так, ну ладно. Поищем еще монетки потом. Может, не потом. Возможно, все, что я ищу сейчас, это исключительно вот для этого. Монетки как бы. Чисто сделали, чтобы тебе было приятно. Ай, бля. Приятно там как-то вот это вот все собирать. У меня сколько? Ключ-карта одна, подожди. Ай, да блин. Так, спасибо. На всякий случай ключ-карту возьму. А то у меня одна.
Почему вы встаете, я не понимаю, слышь? Кто тебя будет? Его будет второй робот или что? Нельзя, чтоб я расслабился в этом городе сделать? Так, тут закрыто. Тут не открывается. Опа, нашел второй дом. Так, а почему на первом? Четвертый. Но я тут не был, на четвертом я не был точно. Еще нужно 11 и 13, где я был, найти тоже дом. Где крыса? На этот раз я готов, чтоб не пугаться. Сейф где? Я вообще-то разрезал здесь мачетом дверь. Ну и где тут что-то? Не понял, серьезно? А смысл тогда? А, во. Их заныкали, а? Биотопливо, нормально. Шарниры, биотопливо, болты. Болтов и шарниров прилично уже так-то у меня. Надавали прям нормально. Так, тут что-то есть. А вот эта картина, кстати, да? Отсюда снять нельзя? Чего не обязательно платить за нее? Вот цветочек один из Таганрога. Я чисто понял, для оформления, для вот этого всего. Ну такое, честно говоря, не фанат я этого. Вот еще картины всякие с Таганрога. Чисто картинку взял как сувенир, все хватит. Вообще пианино я бы взял на самом деле. Монетки бы мне тут еще подсунули. Пианино, может магнитолу, но вообще пианино вот чисто и все. Все остальное как бы не обязательно. И расходники какие-то можно. Так. Если на нем еще брямкать можно, то прикольненько. Так, опять пустая комната. Такой с копьем туземец ходит чисто по этим. По домам людей мародерствуют. Так, все, в принципе. Не, я не хочу это, надо через окно обязательно. Через балкон, через окно. На четвертом этаже балкона нет? Чтоб лифт наверху был, чтоб я зашел, понял, что я тут был. Там дверь, конечно, открыта, но... Не, серьезно, на четвертом этаже нет балкона, да? А, во. Не зря, кстати, искал такой выход. Вот что в итоге нашел. Хорош. Очень даже хорош. Куда же приведет меня этот путь? Так, что-то я там вижу интересное. Плакат просто. Там сундук вон. А, нет, не сундук. Ну вот что это? Вот ради этого я сюда шел, я не пойму. Вы думаете, я вот за этой фигней сюда пошел? Рецепт клубничная колада. Клубничная колада у меня, по-моему, есть, если это то, о чем я думаю. Давай посмотрим. Да-да, есть у меня. Клубника, ананас, да, есть точно. Камни лучше возьму. Так, и что у нас еще? Ну-ка. А, повесить предлагает сразу. Так, тут перебор. Я думаю, пора спускаться под эту. Под воду там или куда. Потому что у нас есть 12 изоленты. Этого должно быть более чем достаточно, я думаю. Можно еще немножко побегать, посмотреть как бы этих. Тут как это спуска другого нету вдруг? А, во. Посмотреть. Еще монетки, чтобы пианино себе замутить. Так, цыпленок с кокосом. Подожди, это интересно уже. Это уже вот интересно. И, кстати говоря, почему я хаваю разную еду?
Мясо бы доел хотя бы. Так, цыпленок с кокосом, подожди. Причем рецепт? Причем рецепт это вместо чего? Руды. Подожди, а у меня он не было точно его? Цыпленок, кокос, грибы. Чё-то я начинаю сомневаться. По-моему, у меня был такой. У меня такой был, точно я вспомнил. Такое у меня было. Так, а там как это так? Серьезно, это так планировалось? Или это то самое здание, на которое я не мог? А, это то самое здание, на которое я не мог залезть. Понятно. Куда пойти теперь? Туда пойду куда-нибудь. Ага. А может здесь было 12 и 14, а не 13 и 14? Блин, ну я тут все здания практически обошел, мне кажется, уже. Не знаю, я тут скоро ориентироваться буду, как у себя дома. Так, ну тут не был явно. Сейчас крысу жахнем. Тут прям офис какой-то, а не дом. Что поинтереснее. Записок я тут вообще не нахожу. Записик вообще не вижу. Так. Ничего, ничего. Нишо, нишо. Здесь нишо. Здесь что-то. Одна монеточка и все. А еще можно? Почему он не может вот эти кружки, сувениры просто вот так вот взять со стены, забрать и все? В смысле покупать? Типа, не мародер, типа? Изоленту берет, типа, эта фигня не считается? Жетон, еще один. Так. Верните ко мне мачету вот сюда. Тут ничего нету. Под столом сейфа нету. Так, руда, медь, медь фигня, болт, шарнир состакнулся. Болт и шарнир стакнулся. Опа, это чё? Готовая свекла. Ну, по факту, давай похаваем. Да, конечно, воды, а не вот это вот все. Свекла всякая. Воды скоро мало будет. Не понял. Сквозной проход? Ага. Блин, ну хаты здесь вообще козырные. Я бы не отказался в таком домике пожить. Опа. Здесь, правда, офис, а не квартирка. Конкретно в данной ситуации. Металлическая стакнулась, значит, хорошо. Так, это все стакнулось. Вы все? Так, теперь нужно где-то найти балкон какой-то. Балкон или дырку наружу. Как это обычно везде бывает. А чё, нету, что ли?
Не, ну серьезно. Походу нету никакой дырки. А что мы будем с тобой делать? Есть идеи? Короче, я знаю, я думаю. Придется спуститься на лифте. Придется на лифте спуститься, но по крайней мере он это. А, это же 12-й еще, 14-й. То есть он останется на 14-м, мы на 14-м спрыгнем где-то. Я и забыл, что здесь два этажа. Капец какой-то. Тут тоже круговая, да? Блин, даже в одной комнате уже путаница. Куда мне столько изоленты? Объясните мне, пожалуйста. Монетки лучше. О, хотя бы. Сколько? 10. Все, могу пианино замутить. А если еще наберу, то можно еще и мачете себе какую-нибудь замутить. Да что я отхожу, когда я ударяю, а не когда он? Мансю с собой за крысу. Нифига она мне снесла просто. Я за нее играл, походу. Не, вот в этом кубрике не может быть ничего. А. Так, ладно. Вот здесь как будто бы выход должен быть, да? В окно. Еще в бильярд не дадут поиграть? Так, открываем. Угу, понял. Вот точно такое же здание, как и снизу. Снизу. По оформлению. Выйти только нельзя нифига. Такой зловещий фон. Слышит? О, бля. О, вот это. Так. А как мне туда пройти? Не понял. Ну, тут, очевидно, где-то выход должен быть. Здесь именно. В этом здании, в принципе. Так, подожди, и как? Как мне его найти? Вон, кстати, центральная это. К ней надо попасть. Из того здания. А как на то здание попасть? И что это за здание? В какую на сторону вообще? Блин, ну как бы видно, что есть какой-то маршрут к центральной фигне. И это, скорее всего, главное, куда нам надо реально. А здесь видно, что должен быть проход, по-моему. Где-то окна нету или что? Почему я не могу пролезть? Ну, на 12-м точно не вариант, это уже низко. Но это только отсюда может быть. По логике-то. Причем... Оно же никуда дальше не ведет, да? Или ведет? Ладно. То есть это оттуда сюда, наоборот, да? Как же тупо. Ладно. Где? Где?
Я заблудился. Дырочка. Дырочка. Текстурочка. Опа. Вот и дырочка. Так, тихо, не паникуем. Пятый. А мы где? Ага, спасибо. Так, понял, ладно. Про дырочки больше не пизжу. Стою, не дергаюсь. Уже час мы бродим, кстати. А, я не могу вылезти, я заложник этого всего. Ля, тут же окна нету нигде. А, вот и окно. Игра мне намекнула, ты дебил, типа, смотри внимательнее, говорит. Но лифт надо было вызвать, кстати. Не страшно, если внизу двери открыты, то это все означает, что мы там были. Вопрос теперь в другом. Как мне на ту сторону здания попасть? И не умереть от обезвоживания еще. Не, серьезно, так у меня же с другой стороны здания. Нужно быть-то как бы. Мне нужно-то в эту сторону. Не, ну как вариант, это дает мне возможность попробовать спрыгнуть где-то и умереть. Скорее всего. Подожди, а где? Где дырка-то была? Смотрел фильм? Этот как его? А, неважно, уже. Уже не важно. Но быстрый спуск получился. По крайней мере, так вышло. Так, все, иди нафиг лифт. Забагованный. Пошел я, короче, на плот. Запасы воды пополнять. Не знаю, в какую сторону только идти. Но я вышел из этого. Мне нужно на то здание, по-моему, да? Вот там вот провод, да, мне туда надо поэтому ориентироваться. По проводу. Зайду в центральное здание, думаю, там будут нужные мне ответы. Потом еще под воду. Ой, под это, обратно в дырку залезу. Там будут оставшиеся ответы, я думаю. Или наоборот. О, но часа мало. Часа мало, я считаю, для этой серии нужно больше. Потому что мало слишком нужного сделали. В основном бегали, лутали всякое. Блин, вообще бы взять это, пианино сейчас... Ну да ладно. Раз уж я решил его брать, так сказать, вообще было бы идеально сейчас его взять. Чтобы потом с ним не таскаться. С другой стороны, я могу сейчас пойти изучить титановую руду. Сколько у меня ее? 4 всего лишь. А требуется... А я фиг знает, сколько требуется. Там для изучения одну хотя бы надо, чтобы можно было вообще открыть это изучение. А потом уже посмотрим.
Так, хорошо, убираем все железо. Для начала вот это. Необработанное все. А, так, стоп, одну на изучение. Одну на переплавку. Я просто не знаю, нужно сразу изучать или вначале заплавить. Да блин. Так, титановая руда пошла. Сюда все это. Камень типа со мной. Хлам. Двадцаточка хлама, пусть к дереву пройдет, я думаю. Они все равно особо не копятся. Камень, ладно, пусть будет. Топливо сюда. Картина. Пусть пока внизу валяется. Потом на второй этаж поднимем. Дальше. Титанку пробуем изучать. Так. Мясцо. Рецептов никаких не было, да? Так, грибной этот, вот он у меня. Нет, не этот. Кокосовый. Кокосовое что-то там. Блин, а у меня его не было? Кокосовое что-то там. Два кокоса было. Два кокоса, потом... Блин, а я забыл. А, два кокоса, курица, по-моему, да? Или нет? Блин, он еще и наверху остался. Вот этот вот был грибное. Один гриб там был, два кокоса. Или нет? Блин. Плохо, профукал. Жалко. Ну ладно, рецепты они, во-первых, повторяются. Во-вторых, в принципе, не все выполнимы из-за недостатка хавки. Ну, не актуальны особо, как бы смысла в них нету. Так, это надо изучать. Нет, значит, надо вначале переплавить, а потом изучить. Отдай мне это. Давай-ка все тогда изучим сразу. Ой, переплавим. Изучим, говорю. Переплавим и изучим тоже. Так. Дальше. Титановый слиток изучить. Укомплектовали. Крюк, если что, вдруг будет нужен. Пусть будет. Хотя... Мой первый крюк давай выкинем нафиг. А этот сюда. Потом... Это изучить. Шляпу давай тоже уберем, потому что если что вдруг наденем на голову фонарик. Фонарик как бы нужен, а вот эта шляпа не особо. Типа сеньор такой бегает. Ла-ла-ла-ла-ла. Зачем я поднялся? Зачем я поднялся? Объясните, пожалуйста, мне надо было сюда. Мне надо было сюда и изучить наконец-то. Все. Теперь, собственно, у меня есть зарядное устройство и устройство управления двигателем. Вот управление двигателем по-любому мне надо, а вот зарядное какое-то, по-моему, бесполезное пока что, мне кажется. Не знаю, насколько я прав буду. Так, управлять всеми двигателями с одного устройства. Так, 6 титановых. Ебанись. Ебанись. Да дай пройти. Так, воду. Ой, зачем? Вылей. Наполняем воду полностью. Спасибо. Так, выпиваем молочко. Новое молочко можно? У тебя есть? Да. Тогда давай еще попьем. Ну, чисто, чтобы побольше стало. Ну и вот так вот. Пластик. Двадцатка пластика лишняя явно.
В принципе, на этом все, можно отправляться. Здесь у нас что-то было. А куда я дел? Куда я его дел? Мачете я куда дел? Выкинул куда-то. А, вот же. Подожди, а как я его заменил? На ведро? Похоже, что так. Ладно, все, поехали. Погнали, точнее. Сейчас наша цель — центральная башня. Нам нужно на нее залезть. А, мы делаем так, обглядываем ее с большинства сторон. Вот в эту сторону я, кстати, не ходил еще толком. Как бы я отсюда пришел, поэтому особо в эту сторону не это. Не загуливал. Но это открыто, да. Так, сейчас смотрим на это, на центральную башню. Найду какую-нибудь главную дорогу, по ней пойду. Здесь тоже по это почекаю. Вообще, доска, лист, лист, доска, лист, доска. А что это за дерево-то? Где это вид? Семечко какое-то нету? Семечка никого нет, походу, ладно. Шестой дом, ладно, давай сюда зайдем. А, не заходит. Честно, я рад этому. А то уже надоело в них заходить. Хочется уже как бы это сделать все. Узнать историю этого места нормально. Слишком большая территория. Так, где провод? Не вижу. Не прогружай. А вон он, видишь, он идет. Еле видно, вот туда вот идет куда-то. Отвали. Основной провод вот там вот туда идет. Все, отстал? Ты что не отстаешь? У него в руке что, ключ-карта? Типа на-на-на возьми. Не заманивает ей. Подожди, так это здание, да? Да ну нафиг. Вон провод, который идет туда. Там где-то. Нифига не понимаю. Во, видишь, вот он. Или это оттуда туда, наоборот? Слушай, ты где? Спасибо, но там твой друг идет, по-моему, да? А, нет. Так, где? Вот, я вижу какой-то вот провод, как бы. Вот он идет, еле видно, блин. Что падаешь-то? К этому зданию? К шестому? Нет, вот там, к стенке. Вот к этому. Вот это здание. Отвали. Вот к этому же явно. Так, хорошо. В смысле, тут только 4 этажа? Если тут только 4, то это явно не это здание. Да, не это. Ну, в смысле, оно. Но чтобы на него попасть, нужно искать провод. То есть, мы нашли провод с вышки, увидели. Должен быть где-то другой провод. Вот я столько пробегал, а не попал случайным образом, да, по нужному зданию. За столько времени. Это не прикольно, на самом деле.
Вот оно идет туда, а это идет вот отсюда. Подожди, но здесь-то в этом здании, черт побери, к которому он идет. Негде ведь это. Оно ниже, наоборот, к этому зданию, наоборот, падает, а не к тому. Правильно или мне показалось? Как в него зайти вообще? Блядство. Уебать, а к шестому что ведет? От шестого ведет вот это. А, вот проход, кстати, какой-то, может, тут есть. Это 4 этажа? Подожди, давай проверим. Там как раз на уровне что-то невысоком, да? Все начинается отсюда, я думаю. Так, выход, пожалуйста, какой-то мне дайте. Любое окно. Так, здесь, собственно, смотрим. Вот то, что нам надо, подъем. Вот и подъем, собственно, который нам очень нужен, по сути. Только куда он нас ведет? Пока не понятно. Центр где? Ага. Ага. Я тут проходил, нет? Не знаю. Но вот тут явно проходил. Мне вот туда надо. Мне вот сюда вот надо. Каким образом мне туда попасть, вопрос? Это окно открытое. А, вот этот проход, это и есть тот самый, да? Да, это тот самый проход, связывающий два здания, как я думал. Но от того здания по факту не пройти же. Никуда. Вот там вот не пройти же, как тут. Тут явно выделяется, а вот там просто я туда на ту сторону пройду и все. Вот туда вот подняться бы как-то. Что вот это за кабель? Издеваетесь? Как? Что это? Зачем он? А, тут окно. Не понял. Окно. Может, мне просто надо потыкать на этот? На этаж, и он сработает? Или мне нужно запрыгнуть на этаж этого здания с другого балкона? Тут не открывается. Там вот четвертый, где я залазил. По пути, может, где-то найдется. Не открывается. Не открывается. Ой, блядство. Ой, блядство. Это очень сложный путь. И четвертый этаж там нет, там тьма, там тлен. Вот мы такие поднимаемся, хоп, пятый, там шестой или какой-то седьмой.
Хоп, чердак внезапно, что-то вдруг. Вот это другое здание, вот это вот, правильно? Ну, типа тоже, но вход у него другой, и в него не впускают. Возьми это, чтобы не валялось. Так, как мне туда наверх попасть? С того другого здания, да? Явно не отсюда же, да? Все, явно не отсюда, ладно. Бляха. Ладно, раз не отсюда, то откуда? Фигово. Я не догоняю, как? Там явно непростой вообще проход. Можешь попробовать в подвал обратно спуститься. Пошли там изолентой починим. Может, это откроет мне проход в центральный этот? Где я там прыгал, дверь починю сейчас. И посмотрим, что к чему. Возможно, как раз в центр нас приведет. Что это открыло? Подожди, не понял. Вот это открыло или это было открыто? Так, судя по тому, что здесь какие-то резы и вот это вот, я тут не был. Надеюсь, что это... Ай, альтернативный путь, я надеюсь, это. Типа, если ты там не можешь по этим попрыгать, то возьми изоленту и просто пройди здесь. Для таких неудачников, типа. Надеюсь, что это так, потому что я запарился. Так, починили еще дверь. Это взять можно? Нет. Спасибо. Та дверь открылась. Хватит. Он так замедлился еще резко прям. Так, сейчас сюда. Все кончилось? Классно. Починил полностью. Плантацию. Бананов жопой жуй. Даже учитывая, что это, если вдруг банановое дерево не дает семечки со 100% результатом. Даже так бананов дофига. На блюд парочку хватит, на десяточку даже. Так, вот мы прошли сюда. Рад, что есть прогресс какой-то по сюжету. Это уже радует. Но это похоже, что прям сюжетное. Вот у нас тут чертеж. Чё это? Электрик, это мне уже нравится название, только я не понял, что. Электрический опреснитель можно подключить к водопроводу. Электрический опреснитель. То есть он опресняет воду и сам поливает растения, например.
Неплохо. А вот это мне уже не нравится. Вот это плохо. Опять то, что я здесь оказался. Так, Луатбай. Элеватор. Я тут был, нет? Все ресурсы нужно подбирать, и тогда я точно буду знать, был я тут или нет. Судя по всему, не был. Минус четвертый этаж. Отлично, вот я надеюсь, я в центральном здании наконец-то. Вот этого я и искал. Луатбай, только вот это вот непонятно. Это же там, где у меня этот был, да? Или нет? Да, это начало, все. Это самое начало, мы вот так вот идем. Вот это вот то, что нам надо. Есть лифт сразу. А там плантация. Все правильно. А от плантации еще есть проход куда-то. Непонятный. Вот это вот что? Почему тут-то закрыто? Ладно, неважно, еще вот тут посмотрю, что там. Ой. А. Ну да. Просто квадратик. Все, поехали. Так, давай нулевой. Чисто осмотреться, где мы находимся, что за здание. Шестой, да? Все, понял. Шестое здание. Шестое здание, на которое мы смотрели, чтобы попасть на другое здание, с которого уже будет провод в центральное здание. Вот так вот. Замудрено. Тогда похаваем. И пошли. Одна дверь только, правильно? Сразу назад. Так, это, кстати, то место, где я видел проход, да? Вот он. Видишь, проходик. Спасибо, щедренько. Так, лестница туда, куда нам надо, по сюжету. Так что пока что пошаримся в доме немного. Возьмем там что-нибудь. Изолента у меня, кстати, реально перебор, я правильно понимаю? Ее просто побольше делают, чтобы ты как бы воспользовал. В любом случае смог как бы воспользоваться. Я ее слышал, как она бежала. А что такое? Она забагованная? Бессмертная крыса, офигеть. Так, ну я попробую вот этим ее убить. По ней дамаг не проходит, серьезно? Да не, в другую сторону. Да там застрянь! Так. Не, ну я не знаю, ее не убить, она типа бессмертная. Что мне с ней еще делать? Пусть живет себе. Но по факту быть бессмертным это вообще не жестко. Ну типа жестко, если об этом никто не знает. Но если об этом знают твои враги, все. Это же жесть. Это же ужас. Это и сразу и подопытный. И там, если тебя захотят, если у тебя реальные прям враги, живьем закопают, ты вечно жить будешь в земле, прикинь. Это же ужас вообще. Вот крыса бедная, например, сидела здесь, подарочки грызла. Показалось? Подарочки грызла, сидела, ничего себе. Че, тортика так захотела? Ой, жесть, тортика захотелось прям. Капец, как я давно торт не хавал. Ты тоже, да? Прям вот захотелось торта. Конь хорошего такого, вкусного. Причем не могу понять, какого конкретно. Вот медовик что-то захотелось и кремовый. Хотя нет, вот медовик что-то захотелось. Не знаю почему. Вроде как бы торт был не медовый. Вначале не медовик хотелось, потом подумал и медовик захотелось. Только такой нормальный, свеженький, типа. Домашний бы вообще в идеале.
То эти магазинные, они какие-то суховатые. Так, погнали. Наконец-то ты чувствуешь, да, что мы приближаемся к центру? Вон центральная. Провод где? Вот провод. А вот наш провод туда. Оттуда мы уже там как-то поднимаемся и все. Так, куда? Ага. Там что-то есть интересное? Ну ебать, вы серьезно? Вы заставляете меня туда прыгнуть, чтобы посмотреть, что там интересного? Вы ублюдки какие-то или что? А не, я там был, я там был, я оттуда вот туда прыгал. Я оттуда туда прыгал, только не факт, что я в двери был, конечно. А нет, был, я запрыгнул туда и туда, все, какая-то. Так и было. А как мне запрыгнуть сюда? Фух, ебать. Ну это довольно странно, что такие места ненадежные. Ты, надеюсь, не бессмертная? Они все бессмертные, я понял. Нужно искать, как ее закрыть. И перезапустить игру. Ебать. Прикинь, бегает за мной. А чё они бессмертными-то вдруг стали? Ага. Так, хорош. Лук выручает. А можно собрать стрелы? Ее как будто не существует, смотри. Не знаю, что стало с игрой. Надо перезайти, наверное, будет. Сколько времени прошло? Вообще до хрена. 1,5 часа. Но я намерен как бы это... Хотя нормально, мы нашли путь. В следующей серии мы уж точно дойдем до центра. Торопиться не будем, чего уж тут. Все равно это еще недалеко не конец игры. Куда нас спешить? Ну, вроде как. Ой. Там же глубоко, да? Там же капец как низко. 4 этажа. Ну это как раз вот, чтобы подняться и на тот этот, на зиплан новый попасть. Сейчас поднимемся. Да, последний этаж. Дай мне что-нибудь. Жлобяра. Она меня лишила моих стрел драгоценных. Здесь должно быть окно по факту, ага. Только что-то больше ничего нету. На других этажах можно было полутать что-нибудь, но я думаю, и так нормально. Все, полетели. И, собственно, на этом и закончу. Все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.